Вот видите, здесь уже получается, вот здесь коса немножко развернута, видите, она вот лежит. А здесь просто такой вот, как у Кейны сейчас. Это уже как вам. И от толщины волос, конечно, зависит. Если тоненькие волосы, то нечего. Вот, вот видите, я вот сюда пришла, а мне здесь уже делить на две части, собственно, и нечего. И что тогда? Тогда выбираем, какую прическу лучше. То есть, если вы хотите вести дальше сюда, вам нужно будет прядь отсюда брать? Дальше, смотря что мы хотим.